Здрасте всем, друзья и товарищи. Как я и говорила, выходные закончились очень быстро, но для Марио у меня пока нет выходных. Пока я застряла на том шоколадном острове и не знаю, как выбраться с уровня номер 2, я решила вернуться к тому сохранению, которое готовила до этого. Вернулась на сырный мост для того, чтобы проверить секретку с Йоши. Также, ну, сделаем, короче, еще одну серию исключительно по секретам. Надо будет еще вернуться в Donut Secret House. Я сейчас еще раз пересмотрела коммент Абишая. И проверить там блоки над дверью. Какой-то из них должен нам дать что-то интересное. И, по-моему, что-то еще в этой серии я хотела проверить, какую-то еще секретку. Но посмотрим. Кстати, я могла бы вполне реально загрузиться еще с основного сохранения, потому что там у меня тоже Йоши, но там я не прошла, получается, дальше замок с привидениями. То есть там получилось так по-идиотски, что я сохранилась не в том месте, где нужно. Поэтому давайте все-таки испытаем пока запасной сейф. Вообще чекнем, что там, кого и как. Пёрышко? Нужно ли пёрышко мне? Не, ну давайте на всякий случай. А что я сделала? А теперь она улетела, да? Нет, по идее, кстати, наверное, мы могли бы полететь вместе с Йоши. О, и мы даже отскакиваем от этих пил. Вы посмотрите. Ой, все, мне хана. Немножечко не долетела. Ладно, ничего страшного, давайте тогда вернемся назад. Короче, не буду я в этот раз подвергать ни себя, ни Йоши опасности. Буду проходить, как проходила до этого. Главное сейчас вместе с ним добраться благополучно до этого секрета, потому что когда Марио большой, да еще верхом на динозавре, ожидается, что это будет не так-то легко. В общем-то, да, но... Получается, мы все равно подскакиваем, да, вот на этих штуках? Как интересно. Нам жизнь дали? А за что? Это потому, что я, будучи на Йоши, эту монетку подхватила? Я так и не могу понять, как это все работает. Я думала, надо их набрать штук 5 или 6. Короче, сколько их на уровне разбросано, столько и надо. А вроде бы и нет. Так, вот здесь они были, да, эти крылышки? Ольга, ты оказалась права. Ну, в общем-то, до этого действительно можно было додуматься, а... А знаете что? Так, во-первых, Йоши стал синим, это раз. Во-вторых, подожди, получается, что я несколько раз могу, да, заходить сюда вместе с Йоши и брать эти крылышки? Или мне сейчас надо перезагрузиться? Короче, там, судя по всему, надо было, чтобы и у меня был плащ, и у Йоши были крылышки. Только тогда мы сможем этот бонус полноценно пролететь. Ну, ёлки, почему он стал синим? Это нормально вообще? Так, короче, решила я еще раз начать. В общем, как я поняла, мне нужно перышко для всех успешных полетов. И Йоши нужны крылышки, только надо вовремя их подхватить. Что почему-то бывает довольно сложно. Поэтому... Слава богу, перышко нам дают в начале. И, как я понимаю, перышко, оно ведь еще где-то здесь было, посредине пути. Мы его постоянно не могли подхватить, потому что это было очень неудобно. Ну и сейчас тогда я его хватать не буду, потому что это бессмысленно. Вот опять мне дали жизнь. Это, скорее всего, потому что у меня было много монеток, и эта монетка, она то ли за 5, то ли за 10 считается. И поэтому мне дали дополнительную жизнь. Ну, конечно, на том сохранении, которое у меня сейчас основное, жизней не так вроде бы много. А по-моему, я там вообще сначала начинаю, потому что, опять же, что-то там не допрошла. Итак, вот, смотрите, значит, что нам надо сделать... Полететь, да? Получается, я сейчас не отпускаю ни одну кнопку. Они там где-то летят, а я их даже не вижу, ёк-макарёк. И чё? И получается, вот они, блоки. А мы где вообще? Как-то можно... А, во, смотрите, вот, мы приземлились. Мы приземлились. А дальше куда? Тут разогнаться же... Тут же разогнаться, получается, нельзя. Ты! Я еще ее же потеряла. Ну, короче. Вот такая вот, получается, секретка. Я не знаю, стоит ли ее сейчас пройти... Ну,
типа, полностью, может, не надо этого делать. Но любопытство очень гложет на самом-то деле, поэтому, наверное, я сейчас загружусь с основного слота, вернусь сюда и попробую еще раз, уже оттуда. Потому что звучит и выглядит как что-то прикольное. Йоши меняет цвет, судя по всему, это конкретно из-за крылышек. И может быть, надо на какую-то другую кнопку нажимать, чтобы Йоши нормально летал. Или может быть, мне вообще не надо было отпускать все эти кнопки, а просто пролетать мимо. Нет, ну по идее, там же можно было и бонусы ловить. Просто на одиночных блоках никак не разгонишься. Странно это все. Ну, давайте попробую с основного сохранения загрузиться. Вот мы и здесь, собственно, не так уж далеко нам надо было и идти. У меня всего 4 жизни, что очень обидно, конечно. Но зато у Марио есть фаербол. При случае, если мы переживем этот бонус, он у нас останется. В запасе, так сказать. Ну что, погнали? 4 жизни, это, конечно, не 8. Но так уж и быть. Теперь меня прям распирает от любопытства. Что ж там во второй части-то? Игры вот этой вот про Марио. Там же будет много ёшиков, как я понимаю, да? А вот сейчас жизнь мне не дали. Увы. Ну, что имеем, то имеем. Может быть, на этот раз я просто постараюсь пролететь весь экран. Пускай даже меня видно не будет. И долететь до конца. Хотя, в таком случае, в чем выгода? Просто в том, что мы открыли это все. Так получается. Ну? И что? Или тут надо по блокам скакать, я не знаю. Ладно, короче, я лечу. Может быть, это какой-то бонусный выход вообще отсюда? Оно же мигало. Значит, это вполне может быть секретка. А если это секретка... Вдруг я наконец открою замок, который мне так нужен. Но здесь, я так понимаю, главное не проворонить выход. Который... Ну вот был у меня уже такой уровень летающий, да? Помните? Было такое... О, вот здесь? Ага, то есть можно было долететь, получается, до этого места, смотрите. И здесь у нас стрелочка. То есть, подожди, вниз? Ага, это значит, что я могу безопасно упасть вниз? Так, ну я осталась жива. И что? И все? Подожди, а смысл-то в чем? То есть это была не секретка? Нет. Так, ну давайте я сохранюсь для начала. На первом слоте сохраняться было не опасно, потому что в конце концов жизнь я не потеряла. Наоборот, я только больше приобрела. Но я не поняла... То есть мы просто упали вниз, и мы просто вышли с этого уровня, и все. И, наверное, вот этот полет, он и не означает, что мы можем в какое-то бонусное место выйти, получается, так, что ли? Ладно, раз уж мы здесь, и раз уж я сохранилась, а давайте-ка мы попробуем посмотреть и просчитать, какими путями, например, можно дойти до той крепости. Понятно, что через трубу. А как конкретно? Это мы вот сейчас отправились опять же в Ванилла Дом. Теперь сюда. Наверное, вот из этого уровня еще можно какой-то бонусный выход найти. Или я в ту трубу как-то по-другому заходила? Что-то я уже не помню. По-моему... А, наверное, через эту трубу, которая открытая, нет? Ну, короче. Пока непонятно... как туда добраться, куда я хотела. Но я хотела заглянуть в любом случае вот в этот вот дом с привидениями. Прикиньте, какой лол сейчас случился. Я, оказывается, зашла в самый первый дом с привидениями, а не в секретный. Еще думаю, а что не так-то? А что происходит? Ну, в общем, вот это точно секретный. Вот это то, что нам нужно. Попробую его пройти. Да, тот еще был какой-то, знаете, не сильно какой-то страшный даже. То есть там было как будто даже светло. Не такая какая-то атмосфера готических романов, которую мы вот здесь вот наблюдаем с вами. Так, ну мы пойдем аккуратненько, конечно же. Ой, я очень надеюсь, что они меня не заденут.
Хотя это и долго, конечно. Наверное, можно как-то быстрее отсюда выбираться. Наверное. Так, трамплин. Слушайте, а я же могу его, по идее, нести с собой, да, куда-то? Только где он мне нужен? Я даже не знаю, где. Нужен ли мне он был вообще вот здесь? Да вроде как нет, я бы и так могла этого призрака перепрыгнуть. А, тут тоже фаербол, а не перышко. Блин, может, зря я его взяла? До свидули. А тут что? А, тут просто монетки. Ну, давайте на всякий случай соберем. Why not? Нет! Твою мать, куда вы прилетели? А, перышко у меня есть. У меня было перышко. Теперь у меня нет перышка. Так, слушайте, ну... Короче, ладно, сохранение есть. Давайте я просто продолжу. Даже не важно, что я маленького роста. Ёж, это все равно у меня есть. Би-би-би. Так, пошли. В любом случае, если будет какой-то длинный завтык, я его вырежу. Надеюсь, этого не будет. Прям так уж явно. Ага, вот в этот раз я даже как-то быстро пробежала. То есть тут бояться особо даже и не надо. Вот, трамплин, наверное, нужен здесь все-таки, чтобы перепрыгнуть. Но смотрите, а туда как? Вот здесь-то вниз я точно никак не попадаю. А там ведь тоже есть какой-то блок. По-любому это имеет какое-то значение. Но туда не добраться просто так. Вообще, я не пойму, как туда можно добраться. Так, ага, значит мы... Я так понимаю, нам не этот выход нужен, а вот эта вот дверь с блоками. Но для этого нужно сначала... А может свалите, нет? Нужно сначала вот эту вот кнопочку нам сюда куда-нибудь поближе поднести. Так, какой блок? Вот этот! Я так и знала. Так и что там, подожди, там будет просто бонус или... Или что? Артём, ты сказал, там будет что-то необычное. Где? Где необычное? Тут нет ничего. В смысле? А нафига я сюда заходила? Подожди, может мне надо было еще что-то сделать? Я не знаю. Или в эту дверь... А я в эту дверь выходила вообще? Так тут больше нет уже кнопки. А что теперь? А как? Может, я что-то проглядела? Да нет, смотрите, наверх-то нельзя. Здесь нет ничего, тут стенка. Блин, как-то обидно даже. 5 entrances to the Star World. А ну да, 5 выходов в этот звездный мир. Вот один из них я уже нашла, получается. Блин, а что, тут у нас просто выход, да? Или может быть мне... А, может быть мне еще раз эту кнопку теперь запустить? Я не знаю. Непонятно пока. Что там такого необычного я должна была увидеть? Так, дайте мне хоть фаербол, пожалуйста, чтобы в случае чего чувствовать себя поувереннее. Но если сейчас кнопка появится снова, если она будет появляться в принципе неограниченное количество... А, ну смотрите, пропала эта лиана. Я почему-то думала, что она останется. А я в эту дверь-то заходила? Прикиньте, я не помню. Вот не помню и все. А, я сюда заходила, здесь был просто бонус. Падла. Здесь просто бонус был, состоящий из монеток. А почему? Ну, кнопку потом можно нажать еще раз. А почему вот эти вот блоки под домиком, которые появляются, я их никак и выбить не могу?
А, может быть, мне надо было... Я поняла. Надо было... Я здесь... Слушайте, а по-моему, я тут была. Ну, когда сама проходила. Вон оно что, то есть надо было на скорости эту штуку открывать. Да, блин. Ненавижу. Оу. Нет, ну раз такое дело... А подожди, что там надо было делать-то? Я думала, как раз надо было прорывать себе путь, чтобы избавиться от этих призраков. Я же не могла их убить, правильно? Знаете, что до меня дошло? А здесь, может быть, перышко нужно? Я не знаю, типа... Летать? Блин, а ты можешь блоки не брать совсем? Так а что делать-то? Просто выживать надо или что? Они же не убиваются. Ой, вы видели, мне язык показали? Они что, так умеют? Я никогда раньше не видела. Нет, серьезно, а зачем это... А зачем это нужно? Для чего? В них кидаться? Или это просто, я не знаю, насмешка над игроком, возможность жизни слить, короче, что-то я не понимаю, честно говоря. А подождите, а может ли быть так, что там где-то какой-нибудь ключ спрятан под этими блоками, просто я его не нашла? Ой, блин, блинский! Все, я туда не успею теперь. Не успею. Ну, давайте я еще раз зайду сюда. А, кстати, в этот раз почему-то все ведет налево. До этого все вело направо. Вон оно что, Михалыч-то, оказывается. И таким образом мы можем взять жизнь. Класс! Прелесть! То есть получается, что мне самой надо пойти в какую-то сторону? И туда монетки тогда будут? Почему-то я думала, что, ну, они по умолчанию там направо. Это, конечно, очень любопытно. Так, ну, давай тогда попробуем не потерять фаербол теперь. Кнопочка же снова появилась, да, я надеюсь? Ты посмотри, они опять меня дразнят, твари этакие. Так, еще раз. Раз, два, три. Он на паузе как будто бы горит зеленым. И что мне делать-то надо? Все-таки искать выход? А можно как-то искать выход осторожно, Марио, нет? Подожди, его надо все-таки бить? А что, так можно было, что ли? Серьезно? А почему я думала, что нельзя? Вот это я лох. Вот это я протупила. Так надо было изначально это сделать и не искать себе никакой выход, а просто блоками отбиваться. Нет, ну слушайте, это призраки. Ну, я привыкла, что их никак нельзя побить. Что? Мы открыли Star Road. Уже вторую. Вот это да, однако. Ну, раз у нас пошла такая пьянка, давайте, конечно, посмотрим вот на этот бонусный. Кстати, здесь же, в каком-то из бонусных миров, был Йоши маленький, которого мы откармливали до большого состояния. А здесь что мы будем делать? Мы также возьмем этого Йоши или уже на своем будем? Здесь у нас есть грибочек. О, вот, я помню, что было какое-то место, где приходилось себе прям пробивать путь-дорогу. Но, видимо, это придется без Йоши делать. Вот как.
Так. А монетку? Монетку я не возьму, да? Не, ну это нечестно. Я выйду из этого уровня, Йоши у меня уже не будет. Так, подожди, как ты это делал-то? Бесконечный разбиватель блоков. А, вот, здесь есть еще одна секретка. А я могла и до фаербола ведь добраться. И да, я так и думала, что все эти пути связаны как-то между собой. Но, видимо, надо было их связывать исключительно из первого мира, да? Не, ну, Йоши, конечно, жалко, честно сказать, но... Ну что поделать, мы увидели его в действии. Давайте попробуем вот здесь теперь все разбить. Где-то, получается, фаербол был... А, вот здесь... Где-то вот тут он был, по-моему. Давай попробуем вот здесь все разбить. О, точно! Не, не буду... Почему ты его не взял? Блин, а я ж теперь наверх никак даже не доберусь. Ну и зачем тогда? Тогда все бессмысленно. Ну, давай попробуем тогда вот тут что-нибудь разбить. О, там монетка Йоши. И главное, смотрите, он разбивает. Я не могу на это никак повлиять. То есть он самостоятельно уже пробивает себе это все. О, тут неуязвимость. О, нет, я могу все-таки перемещаться, пока я это все разбиваю. Значит, не так уж я не влияю на ситуацию. А сюда звездочку можно еще одну? Класс, мне нравится. Жизнь дали за всех этих черепашек. Короче, поняли, весь уровень будет вот такой вот. Ой, тихо, тихо, тихо. Чуть-чуть. Живи. Дохвасталась. Дорадовалась. Ой, вот он, Йоши, тоже, кстати, красненький, что интересно. Ну что? Твою ж мать, покормим его черепашками? А, давай, наверное... Нет, наверх мы туда уже не поднимемся никак. Вот этими черепашками. Так, и еще одну. И он должен... Нет, он не вырос? Ага, значит, вот так. Кушай. Не вырос. Смотрите, какой. Странно, конечно. Но выйти мы с ним смогли. Почему он его так вытащил, интересно. Ага, мы без Йоши, но с жизнью. Слушай, получается, наш дракон превратился просто в грибок? Странная, конечно, игра, ничего не скажешь. Но таким образом получается, что мы просто вернулись назад. Это был Star World 1. Это снова Star Road, и это Star World 2. Подожди, мы же, получается, вот здесь еще не были. Давай тогда посмотрим, что здесь. Водичка. О, как вовремя неуязвимость. Тихо, 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 тихо. Куда же ты от меня уплыл? Давай сожрем вот этих противных пингвинов. Он реально начинает плавать быстрее, когда у него что-то в руках. Он просто сейчас поплыл наверх, и я не смогла это проконтролировать даже. А, ну точнее, мне можно это контролировать. Главное вовремя нажимать на кнопку вниз. Все, я научилась. И у меня снова есть синий дракончик. Пошел в задницу! Пошел в задницу, противный рыба, кто бы ты там ни был. Можно тебя вот так? Нельзя, что ли? И что, здесь будут только вот эти все бесчисленные рыбки. И мы должны будем... Подлец. Я же сейчас помру без него. Нет, Йоши. Уже выход был. Ах ты ж, зараза, ты противная. А тут... А, господи, можно же разогнаться. Я думала, сейчас упаду и утону. Все. Не, ну... Что я могу сказать? Это круто!
что мы продолжаем с вами, получается, открывать всякие бонусные уровни. Но получается, что вот в этом втором мире мы с вами не нашли секретку, которая бы нас соединила с третьим миром. А в третьем мире мы также, когда мы там... Или мы в четвертом были? Я уже не помню где. Короче, где-то мы были еще, и мы там тоже не нашли секретный выход, который должен это все соединить. Но когда я проходила сама, я что-то помню, что я заморочилась... Я прям, извините, задрачивала, и у меня в итоге все получилось, все сложилось в эту звездочку. В общем, как бы там ни было, я не знаю, честно говоря, сколько я буду... О, а как отсюда выйти? Получается, раз нет путей, значит, мне надо вернуться в первый Star World, так? В общем, я не знаю, сколько мне придется вырезать в этой серии... Может быть, я смогу за эту серию еще какой-нибудь уровень пройти, но, с другой стороны, что еще проходить-то, я даже и не знаю. Вот это вот самое-самое наше первое место, и здесь все уровни мигают желтым, то есть тут и нет секреток. Единственное, что там вот замок был, но там прям было видно, что это кнопка. А где все остальные кнопки, я пока так и не могу понять. Там у нас обычный дом с привидениями, оттуда... Из того дома-то самого обычного, по-моему, там нет других секретных выходов никаких, вот честно. То есть сейчас отсюда я могу попасть в трубу. А, ну и отсюда я могу попасть вот, получается, сюда. Я же здесь была уже, собственно, вот в этой вот трубе. И отсюда я выхожу просто-напросто на второй мир. Вот как-то так. Куда же мне... А вон, кстати, звезды, я теперь их вижу. Вот они, получаются на островках. А как их, как до них добраться-то? Может быть, все-таки вот отсюда какую-то секретку можно будет найти? Я не знаю. Подождите, это не тот противный уровень, где я постоянно погибала вначале? Дайте-ка я вспомню. А, нет, это не тот уровень. А почему мы тут с чекпоинта начинаем? Это нормально вообще? Что-то я не понял. Почему чекпоинт? Странно. А что тогда здесь делать? Получается, что таким образом секретку я и не найду? А в трубу я тут пробовала куда-нибудь? А, я вижу, что там зеленые блоки должны быть, которых нету нифига. Наверное, в зеленую трубу можно спуститься. Нет, нельзя. Ух ты, какой тут склон, однако. Так, ну такие секретки, они не особо-то интересные получаются. Я могу, конечно, сделать вот так, чисто из-за жадности, из-за монеток. Ну, по идее, мне от этого... Ага, ни холодно, ни жарко не должно быть. И здесь уже выход. Так, ну, сюда я тогда зря зашла. В общем, ладно, ребят, такие дела. Хоть что-то мы в этой серии все равно открыли, хоть что-то посмотрели из тех секретов, что я хотела проверить... Я проверила все. Я думаю, что пока этого хватит. Теперь мне надо возвращаться обратно на Шоколадный остров и пытаться найти выход оттуда. Большое спасибо, что посмотрели. Увидимся. Кстати, пока еще сильно далеко не ушла. Решила за кадром немножко поисследовать уровни вот этого ванильного купола. И таки добралась вот до такого места интересного, секретного. Только тут ходят всякие разные. И тут есть кнопочка, которая, я так понимаю, нам сейчас вот эти все блоки превратит в монетки. Поэтому сначала предлагаю... Предлагаю ее... Да твою ж мать! Вот этого я и боялась, вот этого я и не хотела делать. Я хотела проверить, что там будет слева. А как я теперь проверю? А никак я теперь это не проверю. Ну, короче. Получается, это нужно... Нужно было вот отсюда прыгнуть вот сюда. И, по идее, надо было попасть... Вот в это вот место. Но я теперь туда не попаду. Надо еще раз попробовать. Итак, пробуем еще раз. Ну, возьму фаербол. Ладно, пусть перышко будет в запасных. Так, вот сюда мы тебя отставим теперь.
Подожди, это и все, что ли? Просто чисто монетки набрать, собрать? Или не... Нет! Тут есть ключик. Подождите, а куда теперь мне с этим ключом надо? А замок-то где? Офигеть! Красная кнопка! Красная кнопка! Боже, какая я счастливая! А, твою ж мать, зараза! Только если я... Сейчас здесь не помру. Весело. Нет, давайте все-таки дожмем, раз уж мы ее открыли. А, подожди, то есть мне нельзя ее нажимать, пока вот эта вот фиговина тут катается. Ух, черт. Блин, знаете что, я сделаю себе еще, наверное, одно дополнительное сохранение. Не хочу просто потерять это все. Вдруг я потом в дальнейшем не открою. Как-то можно избавиться от всех этих черепашек, нет? А, по идее... А, ну я могла, короче, не нажимать эту кнопку-то даже. Точнее, ту кнопку. Мне нужна была большая. The power of the switch you have pushed will turn. Ну, понятно. Но меня смущает, что все-таки это красная кнопка, а не розовая. Это вот то, о чем я думаю все-таки, или нет? Так, ну, конечно, я сохранюсь. Разумеется, я сохранюсь. А теперь тогда... Знаете что? Короче, серию мы не заканчиваем, нифига. Теперь давайте сбегаем обратно. И я посмотрю. Может быть, там все-таки... А тут опять чекпоинт? А как это работает, блин? Придется помереть в таком случае. Угу, отлично. Марио спешит. Ладно, пофигу на это. Главное, вот здесь безопасно пройти. Так, и здесь тоже. Ну, тут мне придется сделать так, потому что, видимо, по-другому... А, подожди, а по-другому я все равно же здесь никак не пройду. А, нет, я пройду, потому что он крутится. Но нет, нет, не пройду я все-таки. Во, вот так я пройду. Что-то я не сообразила, как это делать надо. Наверх. Так, тут перышко. Дай, дрить твою влево. Я выйду теперь отсюда? Нет, вообще. Быстрее, быстрее. Какой кошмар. Да! И в этот момент эта скотина меня убивает. Потрясающе просто. Короче, это был не розовый цвет. Это был красный цвет, хотя он явно был розовый. Но раз геймдизайнеры знают лучше, то так тому и быть. Сейчас мы с вами откроем еще одну секретку. Как вам такое? Я прям чувствую себя в ударе, если честно. Мои соседи, видимо, тоже радуются за меня, потому что я слышу звук дрели. 20:00. Обожаю своих соседей. Ты ж подлец! О, теперь у меня есть перышко. Ага. Все, слава богу, я сюда дошла. Так, теперь наверх. Я так понимаю, вот в эту трубу... Ой, тихо, тихо, тихо. При желании все равно никак не залезешь. Получается, ага, здесь лиана. Да что ж ты не хочешь удерживаться никак? Ля, он падает, это ужас какой-то.
Так, ну и вот здесь, конечно, уже знакомый нам замочек и ключик. Недавно перечитывала «Страну невыученных уроков». Боже, такая счастливая была. Да, я же помнила, что как-то можно до этой трубы дойти. Это у нас Vanilla Secret. Но давайте эти секреты оставим уже на следующую, конкретно бонусную серию. Все-таки надо по сюжету двигаться дальше, и шоколадный остров нас ждет.